От имени мужчин нашего города поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. С благодарностью ко всем женщинам Сочи обратился глава города Анатолий Пахомов. Он отметил те достижения, которые курортный город сделал за последнее время и, конечно же, не без участия прекрасной половины человечества. Вы для нас источник тепла и радости, воплощение добра и совершенства. Мы благодарны вам за вашу заботу и любовь. С праздником вас! Счастья, здоровья, благополучия и успехов! Пусть в вашей жизни всегда будет море цветов и улыбок. Уверен, что завтра так оно и будет. Спасибо! С праздником вас! Большинство женщин, помимо того, что являются прекрасными женами и мамами, стараются лидировать в той сфере, где трудятся. Лучших активистов производства, проработавших свыше 25 лет, сегодня награждали знаком почета за трудовые успехи на благо города. Непередаваемое чувство вот в данный момент, во всяком случае. Очень волнительно, очень и приятно. Очень волнительно, да, и приятно. Приятно было, конечно. Страшновато первый раз, но приятно. Ну, праздник. Праздник. Весны, любви, счастья. Ну а Биг Бэнд Сочи выразил свое отношение к приглашенным дамам через музыкальные произведения. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.